Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и снова играем в режим «Красная смерть» Red Death. Я уже выкладывал видео за фанатов, скитальцев, сектантов, антигероев и пиратов. Теперь шестая фракция – сумасшедшие ученые. И у них способность – все юниты лечатся в два раза быстрее. Видимо, это означает, что я могу в зоне чуть больше находиться, не так стремиться к центру, как некоторые другие фракции, и пытаться собирать то, что в этой зоне остается. Может, там и с варварами воевать. Ну, в общем, надо пробовать. Тем не менее, тоже такая ситуативная способность, типа как у... Так, давайте сейчас сходим, посмотрим, что тут у нас есть. Объединю пока. Напоминаю, что поселенец на три клетки дальше смотрит. Ситуативная способность, потому что... Ну, она не всегда работает. Вот мне чем, например, нравятся скитальцы, сектанты, выживальщики. У них способность это всегда... Ну, фанаты те же самые, плюс 5. У них эта способность всегда... в действии, она всегда будет необходима. Здесь же получается для этих сумасшедших ученых совершенно не факт, что вам понадобится это так быстро лечить. Тем более я играю за прошлые фракции, я и не помню, чтобы я прям так часто лечился. Но тут опять же придется играть от зоны, и причем, видимо, в красной зоне частенько сидеть. Ладно, посмотрим. Так, значит, в руинках у нас, блин, опыт. Я не думаю, что опыт мне сейчас... Ну, блин, я хочу сюда сходить. Ну, ладно, я, наверное, поселом чуть вперед пойду. А... На прокачку возьму движение по лесам и холмам. Тут явно что-то тоже должно быть. Надо сходить сюда пулеметной ротой. Так, беру, игнорирует штраф, здесь отсоединяю, о, ну, видите, как я и говорил. О. Вот это, конечно, я рискую очень сильно сейчас, но так как поселенец дальше видит, вот, обратите внимание, еще раз повторю, что у юнитов две клетки радиус, у поселенца три клетки радиус обзора, благодаря этому его... Очень неплохо использовать как исследовательский юнит. Ух ты. Ну, вот эти, я так понимаю, что варвары не захватывают поселенцев. Еще мирные жители. Ну, блин, это какая-то хрень. Немножко. Ё-моё. Вот это опасно. Так, это он... Ё-моё. Вот это опасно. Тут антигерои, а тут скитальцы. Ну, как это за хрень? Почему вот я зажат опять между двумя игроками? Как такое может быть? Это я отобью. Не страшно. Ну, получается, куда-то туда надо идти. Тут собрано все, и этот оттуда идет. То есть там только если, может быть, чего-то не будет. Блин, чувак уже вертолет. То есть он уже лагерь варваров где-то зачистил. Ну, я, наверное, тогда вот тут... Дальнобойных атак... Нет, давайте воинственный клик. Просто это плюс 7 против всех юнитов. Так. Пока присоединим мирного жителя. Ну, блин. Я не считаю, что нахождение мирного жителя
Хотя, знаете что? Подождите. Я этого мирного жителя на воду сейчас спущу. Во, и пускай он меня по воде плавает и исследует. Его на воде захватить нельзя. О, эти какие-то юниты там. Сейчас. О, а тут, я надеюсь, встретятся сейчас антигерои и скитальцы, по-моему. Да, кто у нас вообще? Сильные нации, скитальцы, антигерои, выживальщики. Ну, пираты мне не очень понравились все-таки. Фанаты, самая первая фракция, которую я играл, она очень такая усредненная. Но плюс 5, это всегда плюс 5 к силе. Все-таки. Ну, вот я 8 урона тут получил. Это нормально. Переживем. Так, тут идем вот к этим руинам, а этим, значит, я буду плавать вдоль. О, тут еще и варвары, отлично. То есть на море вы юниты захватить никак не можете. Могут только обстреливать вот дальнобойные, там, например, пулеметная рота может обстреливать юнит, и все. Так, в принципе, неплохо. Тут руинка, варвары, что-то насобираем. Пустоши, пустоши. Плаваю вдоль берега. О, еще руин. Вот можно эту руинку забрать, например, будет. Посилом. Рота пулеметчиков присоединилась. Тоже неплохо. Как будем обстреливать вот этих ребят? Так, сейчас пулеметчика. Я не могу обстреливать, когда нахожусь на клетке с другим юнитом. Вот этих будем обстреливать, захватим. Надеюсь, тут будет вертолетик еще. Все неплохо. В итоге оказалось. То есть, скитальцы, похоже, где-то здесь, и антигерои где-то здесь. Вот сейчас будет все зависеть от того, куда, где безопасная зона окажется. А так как вы это захватываете поселенцам, то по идее... Так, мы еще и в безопасной зоне, отлично. Блин. Блин. Тут... О, еще. Тут можно высадиться. Отлично. Тут я высажусь сейчас. Захвачу эту руинку и буду с варварами драться. Мы еще и в безопасной зоне. Очень-очень неплохо. Пока у нас тут все. Я уже думал, печаль-беда будет, когда эти антигерои сверху, а снизу скитальцы. Но они, видимо... Ну, хотя им тоже как бы двигаться никуда не надо. Особо. Юнит. Отлично. То, что надо. Так, кого убили? Антигерои убили. Очень хорошо. Потому что эти антигерои в конце партии, я думаю, что скитальцы его завалили. Эти антигерои в конце партии, точно, вот, видимо. Так, давайте мы туда не будем лезть, я тут встану. Пока так. Вертолетик. Ей. Ну что, объединим? Или пока рано? Наверное, пока рано. Так, ну что? Одного соседа моего завалили уже. Я тут еще скитальцу наваляю слегка. Ну, стоим, полечимся. Так. Убиваем, захватываем. Что дали? Термоядерку.
Спасибо. Спасибо за термоядерку. Ну, прикольненько. Вот термоядерки и вертолеты только в... А, может не скитать, что-то я не вижу тут других юнитов его. Буду постепенно к этому домику подбираться. Ну а тут мы уже... А, блин, может сходить за этим... Давайте сходим за этим лагерем, только вертолетом надо слетать. Вертолетом и... Не знаю, вот этой... А, правда, ПТ-команда может быть в лагере, да? Ну давайте сходим. Явно никто другой не будет это забирать. Как мне кажется. Вот еще руинка. Прям ты хоть эту руинку бери посилом, а эту пулеметом. Так, ну, наверное, постоим, полечимся. Ну тут даже если уберется зона, то я думаю, что этот лагерь еще будет в безопасной зоне до сих пор. То есть я смогу успеть сюда исходить и вернуться. Да, вот тут хорошая идея была, что я поселенцем проплыл. Сейчас у меня он появился как лишний юнит, и вот это все открыл и смог. Могу теперь забирать. Еще знаете, чем хорошо вот эти руины забирать мирными жителями? Потому что ты уверен, что тебе не дадут опыт. А дадут юнит какой-то. А тут никого. Так, вообще как тут быстрее всего прилететь? О, там у меня все вылечилось. Опа. Добрый вечер. Сейчас фастклик будет, похоже. Так, проатаковал, и этих сейчас проатакует, захватить не может. У меня доступно повышение. Ой, сейчас посклик следующим ходом. Надо будет делать. Так, давайте подумаем. Поселенца надо сюда вести сразу, то есть он получит тогда здесь юнит. А этого надо апать. Радиус обзора зачем? Хе-хе-хе. Yeah. Лёша, фастликер. Так. Китайца мы угнетаем, в общем-то. Ой, тут еще варвары. Ну, пошли им займемся. Тем более, тут где-то скиталец едет. Я думаю, пора объединять пулеметные роты. Причем... Блин, тут два их. Я хотел прям уже в армию объединить, но у меня тогда... А, давайте, может, мы тогда поселенца этого одного спустим опять на воду, поплывем.
Почему нет? Исследует территорию. Прокачиваем. Так. Тут проблема, что это типа Т-команда, а у них сила против вертолетиков как раз. Не хочется атаковать пока, давайте подождем. Эта команда там скитальческая. Стоим пока в защите. Пожалуй, заберем уже еще вертолет. Очень хорошо. Так, ну что, у меня уже прилично юнитов, это в отличие... О! А вот у нас выживальщики здесь гуляют. Так. Ну, надо как-то отсюда уже спасаться тогда. Может, опять на воду спуститься и идти вниз? Ух ты, отлично. Еще вертолетик. Здорово. Все очень хорошо. Класс. Очень мне нравится, как у меня тут все идет. А куда вертолет делся? Я сейчас попытаюсь украсть у выживальщика там вот эти. Ой. Так, ну тут возвращаемся в зону. Все радостно. Так. Блин, все, убегаем. Не успел, этот меня перекликал. Так, ну скитальца, я думаю, тут уже не особо игрок. Тут явно все зачищено тем же скитальцем было уже. Ничего вкусного не будет. Так, против пулеметчиков, ну, к построению возьму. Ой, тут можно еще пехотинца качнуть. От дальнобойных атак плюс одно перемещение. Давайте плюс одно перемещение, заодно он поселенца будет беречь у меня. Так, ладно, значит, у выживальщика там все зашибись. Я хочу скитальца добить. Летик тут. У него еще поселение. Ну, я думаю, что скиталец убил антигероев как раз. Поэтому у него есть еще поселенцы точно. Вот это вот тут снизу. Я хочу его снизу, значит, словить. И плюс отсюда у нас основная армия идет. Где-то тут высажусь. То есть вот это тут зачищено. Вот с этой... сзади как бы я не ожидаю никаких гостей. То есть тут у нас скиталец.
Тут у нас выживальщик. О, блин, выживальщику лагерь варваров приехал. Это очень хорошо. Мне так лагерь варваров никто не давал. Угу. Ой. Не-не, чувак, я тут чисто погулять. Вот сюда высажусь. Просто тут может быть еще что-нибудь не собрано снизу на самом деле. То есть скиталец куда-то вот сюда пошел и подзабил на то, что внизу. Я хочу уже свои юниты объединить. Блин. Это я ошибся. Надо объединить эти юниты. Интересного, да? Тоже все собрано. Ну, давайте, наверное, сюда пойдем. Я думаю, тут уже... Только тут 4 хода до схлопывания зон. Хотя, может, и рано. Так, тут встану просто контролировать, придет ли кто-либо. Народ так быстро ходы заканчивает. Видимо, не так много юнитов, как у меня. Тоже здесь встану. Надо еще посмотреть, что объединим их. У меня еще и ядерка есть. Ладно, встану сюда, надо этот вертолетик починить. Этим пока исследуем тут местность. Ага, вот пират. Так, примерно, значит, понятна позиция. Тут у нас пираты где-то. Тут вот скиталец убегает там остатками малыми юнитов. Здесь у нас выживальщик. Только вопрос в фанатах. Видимо, фанаты где-то тут должны быть. Главное, что у меня вот тут сзади никого уже нету. Стою. Ну, здесь, наверное, сюда как-то вместе уже соединяться. Так, тут ничего. Хочу посмотреть, как куда зона соберется. Ага, он там с пират... с варварами. Ну, там хорошо, если лагерь варваров, то, конечно, это классно, что... О! А чей-то тут поселенец ходит? Так, а куда прилетело? Ой. Это отключился. Фанаты отключились. Ну, видимо, его там. Так, этот далеко. А вот этот близко. Туда надо слетать. А, даже не надо лететь, у меня тут. Это везука. Что дали? РСЗО дали. Тоже круто. Так, а это тут откуда идет варвар? Стоим. Постою тоже. Так, этим вертолетиком тут и... Ага, вот, пират по максимуму здесь тусит. Ясненько. Примерно я понимаю теперь диспозицию на карте. Значит, полечимся. Или, подожди, я уже ходил этим? Нет, не ходил. Значит, полечимся. Пирата можно отсюда принимать, например, но это зависит от того, опять же, куда схлопнется зона.
Так, я очень большую территорию контролирую, между прочим. То есть я понимаю, контроль карты ему еще придется. Так, есть тут проход? Есть. Могу я следующим ходом двумя вертолетами его атаковать? Могу. Это хорошо. Этот вылечился. Ну, пойдем сюда на помощь. Ну, что вот этот не походил? Отлично. Жалко, что не убили, конечно, но... У него все основные войска далековато находятся, и он уже не спасет этого поселенца, например. Кстати, этого поселенца, если захвачу, я, наверное, его в красную зону поведу. Так. Ну, в принципе, нам, наверное, надо опять же в центр зоны, вот куда-то вот здесь собираться всем юнитам. Этот пускай стоит, контролирует. Так, полетели тут вертолетом. Сюда пока. Предварительно. Блин, а куда он свалил? Кто-нибудь видел? Блин, он может отбить сейчас. Это не очень. Нет, не может. Не, он может вертолетом вот так сюда проатаковать, но... Да. Но это не позволяет ему отбить. Так, вопрос будет теперь только в фастклике. Надо поменять местами будет. Блин, не хочется вертолеты там терять. Вы понимаете? Объединять, кстати, вместе тоже не самая лучшая идея, просто потому что ядерку могут тоже бросить на меня. Может, так все-таки разобщенно пока водить? Блин, еще и не поменяется. Может, вертолетом облететь и захватить. Я сейчас поселенца буду в красную зону этого вести. Кстати, поселенца удалить нельзя, да? А, можно. Слушай, так его можно удалять. Я бы его удалил просто и все. На месте встал. А, он атаковал этими, да? Тогда просто сюда надо отойти, удалить поселенца. Так. Удаляем. И полетели отсюда нафиг. Лечимся. И вот он настырный, да? Ладно.
Тут я, наверное, встану. Буду смотреть. Так, вот этого поселенца надо куда-то отвезти. Надо где-то тут еще стоять. Всеми походил. Мимо крокодил. Я просто думаю, атаковать мне не атаковать. Я думаю, что надо все-таки. Ладно. Я его вроде перекликиваю, то есть надо будет следующим ходом его убить. Я надеюсь, что мы его убьем. Да. И здесь плюс один к перемещению против пулеметчиков. Или двукратный бонус за атаку с фланга. Ладно. У меня ж лечение еще быстрое. Но тут пока просто стоим. Следим за ребятами. Так, пират, значит, одного поселенца потерял. Скиталец тоже одного поселенца потерял. Где-то там. У меня 4 поселенца. Так. Сматываемся. Надо не забывать, что у меня эти оба прокачаны на атаку с фланга. И, собственно, атаку с фланга и использовать. Стоим на месте, стоим на месте. Кстати, РСЗО можно сюда тоже на холмы поставить. Этот пират стоит, ждет, куда его выдавит. Тоже никуда не выходит. А сейчас его выдавит на меня. Надеюсь, он сейчас по морю поплывет. Либо так будет обходить. Если он так пойдет, то я думаю, что он встретит скитальца. Ну, скитальца точно встретит. Фанат, правда, там компьютер играется, фаната. Так, вот я на холм встану. О! Чувак! А мы тебя тут ждем. Это интересно. Так, ну пирата надо добивать. Получается. Угу, да-да, правильно. А у меня как раз вертолеты. Правильно, туда отступай. Да-да-да, вот тут. Очень-очень хорошо. Вон пост грабителей. В смысле, у меня не осталось? Какой-то глюк из цивы. Недостаточно денег на содержание юнитов. Ничего себе. Ничего себе. Не видно пока что-то вот выживальщика там. Что-то вот одним юнитом как-то так пошел вообще без прикрытия. Ну, в смысле, просто вот у него, смотрите, один юнит и все. Нет, постою. Может, отсоединить пока просто. Ну вот у меня эти поселенцы тут стоят, мне кажется, они в защите. Просто потому что... Да, хочу на этот холм встать. Да, захватывается. Вроде как. Все. Пирата больше нет.
Теперь надо скитальца найти. То есть у нас осталось два живых игрока. Это скиталец и выживальщик. Причем выживальщик выглядит круто. Скитальца-то я потрепал. А вот выживальщик там прокачивается во все. Я думаю, что главным... Да ладно, их выкинул. Нет, подожди, он скиталец остался. А выживальщика выкинуло, что ли? Блин, всех выкинул. Ну, я уже доиграю. Но тут компьютеры остались в игре. Блин. Чуваков повыкидывало, к сожалению. Вон он. Ух ты, у выживальщика армия аж вертолетов. Так, надо вот это собрать. Опять пришло сообщение, что у меня нехватка денег. Если меня юниты будут дезертировать, это вообще, конечно, будет бред. Так, здесь мы лечимся. Давайте поведем на помощь. Так, сейчас скитальцы, фанаты и выживальщики остались. Я тут, пожалуй, стою. Ага, вот фанаты подошли. Да. Будет все за рекой стоять. Ну просто если кто-то подойдет с этой стороны. Значит, здесь выживальщики, вот вертолет летает. Здесь фанаты, получается, здесь скитальцы. Таким образом. О, слушайте, произошел рассинхрон. И выживальщики, вон, то есть я все-таки один живой человек остался в игре. Вон, видите, Scarface 89. То есть выживальщик в игре есть. Блин. Ну, что ты туда летишь тоже? А, у меня тут варвары снизу. Так что с живым человеком мы продолжаем играть. Блин, у него еще и варвары там. И он соберет их. Давайте спасать поселок. Больно будет атаковать. Нет, подожди, как компьютер ходит. А показывает, как будто он... А, подождите, это скитальцы. Тьфу ты, это скитальцы. За скитальцев компьютер, да. А за выживальщика живой человек играет. О, и мне повезло. Так, ну... Прикольненько. Я, знаете что, я думаю, надо распределить как-то поселенцев по всей ширине. Чтобы они так широко находились. Я вот это все контролирую. То есть, получается, скитальцы, выживальщики и фанаты все вот тут где-то находятся. Вот так. А вот эта территория моя.
полностью. Так важно все-таки контролировать можно больше карты. Ну, скиталец. Так, я хочу попытаться забрать. Я понимаю, что тут вертолет куда-то уже умер. Попытаться забрать этот лагерь варваров. Опа, еще скиталец атакует тут мой. Лечимся. Сваливаем. Вообще странно, что тут у него армия вертолетов, что тут армия вертолетов. Блин, вот этот груз прилетел все-таки выживальщиком, видимо. Кого убили? Да как ты... Ну, тварь какая, а? Тут скитались с какими-то армиями вертолетов, вообще трындец. Так, у нас там прокачка на атаку с флангов. Давайте, наверное, этим воспользуемся. Готово. Так, ну здесь он может попытаться захватить моих поселенцев, поэтому стоим. Блин, а где какие юниты? Вообще. Вот эта армия скитальцев, наверное, все, что у него есть. Атаковать ли мне его, вопрос. Так, ну тут-то мы точно проатакуем. Так, выстрелим. Так, выстрелим. И подъедем вертолетиком. О, а вот и фанаты прутся, убегая от зоны. К атаке пулеметчиков возьмем прокачку. Не хочу я тут атаковать, я лучше отойду пока. Вообще, наверное, надо уже объединять юниты. Ну это фанаты я, видимо, добью здесь. Так. Какие у нас юниты есть? Чтобы их объединить. У меня есть ПТ-команды. Одна. Ладно, РСЗО надо объединять. Ну и вертолетик. Я вот думаю, мне сделать армию вертолетов или два корпуса вертолетов все-таки. Это довольно шустрый юнит. То есть это вот компьютеры. Да ладно. Напал на моего этого. Так, фанатов больше нет. Тут апнем. Может атаковать после перемещения возьмем, конечно. И добиваем скитальцев. Поселение скитальцев где-то тут получается. Может атаковать после перемещения возьму.
Выживальщик где-то вот тут меня ждет, получается. Мне, в принципе, надо его локализовать и ядерку ему туда бросит. Интересная зона. Ой. А вот и выживальщик. В общем-то. Так, давайте вот этого сюда будем отводить. Так, скита. Как-то они так местами поменялись. Как-то скиталец тут оказался. Это интересненько. Да хватит писать, что у меня денег нет. Так, потихоньку подходим здесь. Три поселенца аж. Он так тихонечко подъезжает на танчике. Так. Угу. Скиталец пытается добить там. Часть передислоцируем, что ли? Ага. Вот ты как решил сделать. Хорошо, тогда мы тоже попробуем тебя убить. Так. Отлично. Потихоньку подходим. А, вот ты где. Ну что, ядерку бросаем, да? Куда-то... Блин. А я не могу бросить в нее... Если я сюда... Угу. Так, значит, мне надо подлететь. Хорошо. И бросаем ядерку вот сюда. Мало отняло, или мне так кажется. Ну давай, чувак, сейчас ты должен на меня выходить, по-моему. Отойду. Угу. Минус один. О, он тоже ядерку бросил сюда. Если у него нету больше ядерок, то мне кажется, это немножко ошибочно. Чуть-чуть. Немножко он ошибся с местом кидания ядерки. Ну, этот может, в принципе, умирать. Подходить. О, там вертолетик еще.
Так, ну что, атакуем. Ну, надеюсь, это у него один. Нет. Не один. У него еще есть. У выживальщика есть еще, получается. Так, ну то, что тут варвары захватывают, меня это особо не парит. Можно, конечно, защитить как-нибудь вот так. Ну что ж, ядерки мы друг друга бросили. Я не думаю, что у него еще есть ядерки. Собственно, как и у меня больше нету. Сейчас, конечно, вопрос будет в том, куда схлопнется зона. Давайте корпус вертолетов. Два корпуса вертолетов. Это лучше, чем вообще без вертолетов. Ну, вот эти битвы, по-моему, тут я выиграл, мое мнение. Я ему много убил юнитов. Ну, пошли его искать. Нормально. В принципе, нормальная зона. О, тут еще и танк исправный. Ну, правда, о. Может, я туда успею? Я вполне могу, кстати, успеть. Ну ладно, это пускай уже умирает. Его вести. У меня этих... поселенцев. Эти вертолеты хороши еще именно тем, что они быстрые. Хе-хе. Ты не успел. Да, блин, что ж я на этого скитальца-то вышел? Немного тут территории этого выживальщика осталось. Явно я тут доминирую. Все. Выживальщика нет, остался только компьютер. Этот скиталец. Так что давайте добивать. Это, походу, последние его юниты. Отлично.
Самым важным было вот эти ядерки побросать тут друг на друга, и в итоге у меня это получилось лучше, чем у соперника, и, видимо, добиваем. Все, победа, и сумасшедшие ученые улетают с этой негостеприимной планеты. Ну что, логично, в принципе, они ученые. Ну, приятный, конечно, бонус, но я не сказал бы, что прям офигительно. Мне скорее тут что другие вещи помогли. Помогло, что я вот догадался поселенцам начать по побережью плавать. Фастклик помог, но, в принципе, сумасшедшие ученые так. Сколько тут у скитальцев больше всего сражений было? Так, а я тут где? Больше всего сражений у скитальцев. Ну вот в начале, вот тут, собственно, я ему... Потерянный, вот тут вот куча юнитов скиталец потерял. Так, давайте я еще выживальщика. А, выживальщик, смотрите, он, собственно... Вот... Проблема игрока, который играл за выживальщика, выживальщику как раз надо больше всех воевать, потому что он получает больше всех опыта. Это его идея, его фракция. Вот в чем проблема этого игрока была. Ладно, спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Еще две фракции не разобрано. Будем играть. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!